Всем привет! Сегодня поиграем в игру на PlayStation 3 Sniper Elite 2. Она полностью на английском языке, но в принципе разобраться очень просто. Так, проверяем бинокль. Теперь дойти нам надо до желтой точки. Так, здесь надо установить растяжку. Deine Frau aus Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine Flächennachrichten, oder? Keine Nachrichten, das ist alles. Ich will nicht daran denken. Was war das? Немчура пошла. Я не любитель таких игр, конечно, но так поиграть можно. Так, что тут? А, ползти надо. Еще раз. Минус, надо прицелиться. Так. Автомат, пистолет. И валим его. Так, под него подложим мину. Ну, типа, наверное, обучение закончено. Это, наверное, наша цель. Von Eisenberg was punctual and made no effort to hide his ugly face. Neither did his Russian contact. А, это российский шпион какой-то. I had a clear shot. The slightest pressure on the trigger, and it was good night, Major General. Just a question of choosing my moment. The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I controlled my breathing to steady my aim, and then. Что-то из меня снайпер какой-то. Черт. Ой, красиво так. Есть. Ну и тебя тоже. Да. Что-то косой.
Чё-то много. Красивое убийство получается. Что-то нет никого, что ли? Так, ну что, двигаем. Черт, что за фигня? Че не лезет? Наконец-то полез. Что-то я туплю. Так, мародерство. Опа, еще красненький. Кто-то спален. О, кто-то шьет. Кто-то в окне явно.
всех уложил. Ну что ж, валим дальше. Так, ребят, ну что же, я закончу. Всем спасибо за просмотр. Пока.